Добрый день, дорогие друзья! Как вы относитесь к планированию? Уверена, что многие из вас ставят перед собой цели и задачи на рабочий период, и никто не сомневается в правильности таких действий. А как же быть с выходными? Может быть, нужно оставить место спонтанности? Как же правильно? Попробуем в этом разобраться. Психологи утверждают, что удовольствие нужно планировать заранее. Мысль о том, что в скором времени вас ждет, ну, например, хороший концерт, будет радовать вас до самого мероприятия. Посещать музеи, выставки, слушать хорошую музыку в хороших концертных залах хотя бы несколько раз в год – на самом деле очень полезная штука. Это помогает лучше отдохнуть и восстановить силы, опять же, утверждают психологи. Ну, а наш концертный зал, безусловно, способствует этому. Я напоминаю, что уже открыта продажа концертных абонементов нового концертного сезона. Грандиозную, уникальную программу «Мировые шедевры» на 12 саксофонов подготовили музыканты из уже по достоинству оцененного многими слушателями большого ансамбля саксофонов «Нова-12». Приготовьтесь удивляться и наслаждаться! Артистизму и мастерству саксофонистов-виртуозов вы откроете для себя неограниченные возможности любимого миллионами музыкального инструмента и услышите неожиданные прочтения известных произведений. В неподражаемой и оригинальной манере исполнения 12 саксофонах прозвучит чарующая сюита из музыки к балету «Щелкунчик», темпераментные и самобытные половецкие пляски из оперы Бородина «Князь Игорь». А вам приходилось слышать торжественно-величественную токкату и фугу ре-минор Баха в исполнении саксофонов? Или, например, экспрессивную «Грозу Вивальди» из «Времен года», а божественно красивую «Каста Дива» из оперы Беллини «Норма», которая принесла заслуженную славу великой Марии Каллас и которая стала символом ее вокального триумфа? Продолжение вечера будет еще более фееричным. В программу включена музыка современных композиторов, страстная, сотканная из этнических мексиканских мотивов композиция Артура Маркеса, одно из самых популярных и наиболее часто исполняемых оркестровых произведений современной классической музыки, сменится атмосферной, романтичной зарисовкой четыре картины из жизни Нью-Йорка Роберто Малинелли, написанной специально для ансамбля саксофонов. Здесь есть где разгуляться воображению. Вас пригласят на изумительную, беззаботную и яркую, полную приключений прогулку по манящему огнями Нью-Йорку. А в финале прозвучит по-испански страстная, дерзкая и в то же время невероятно нежная сюита из музыки к опере «Кармен Бизе». Еще будет звучать много прекрасной музыки, что сделает ваш вечер незабываемым. Но это пока секрет. Приходите и убедитесь в этом сами. 23 ноября. Queen, Metallica, Муза, Led Zeppelin, даже Kiss. Что это? Неужели Rock Paradise? Нет, лучше. На сцене ансамбль виолончели, покоряющие сердца. Готовьтесь к фантастическому шоу. В исполнении ядерных виолончелистов Москвы мировые рок-хиты. Таких виолончелей вы еще не видели и не слышали. Думаете, в консерваториях одно занудство? Приходите, переубедим. Все. Под что вы подростком плакали в комнате?
все, что родители грозились выбросить, если не подтянете алгебру. Под что впервые встречали рассвет на выпускном? Музыка у костра в походе с лучшими друзьями? Музыка нового утра после бессонной ночи в рок-клубе? Все, все лучшие моменты в этой музыке. И все на одном концерте. И, как говорится, остальное неважно. Думаете, это все точка? Нет, только троеточие, будет много нового и интересного. Приходите. 15 февраля 2025 год. Наконец, уже полюбившийся тверской публике ансамбль молодых солистов оркестра имени Осипова. О народных инструментах есть стереотип, что они остались в прошлом. Сыграть можно только народную музыку. А знаете ли вы, что на народных инструментах можно сыграть абсолютно все, ну или почти все. Рок, поп, джаз, эстраду, даже оперу, любой жанр. Это все подвластно простым, на первый взгляд, инструментам. По духу музыкантам ближе всего классика. Они любят играть Вивальди. В репертуаре музыкантов есть либертанго Астора Пьяццоллы и другая музыка, которая популярна во все времена. Но нам предоставится уникальная возможность. Мы послушаем самую известную и крутую музыку, которая не обошлась без народных инструментов. Конечно, чересчур усердное планирование всего и вся тоже не совсем правильно, скажете вы, и будете правы. Во всем нужно искать баланс, но одно я знаю точно. Планировать свой досуг заранее – хорошая привычка. А я напоминаю, наш зал уже открыл продажу концертных абонементов будущего концертного сезона. Спешите приобрести свое любимое место в зале. Заходите на наш сайт, звоните по телефону, мы всегда рады слышать вас. До встречи в панораме, будьте здоровы и счастливы!